Как бы молоко сегодня вот денежное. Вот посмотрите, молоко сегодня можно до 20 тысяч. Но вот мне говорят, что внутрикорпоративные цены, по ним надо разобраться, я вообще не дам. Это не совсем правильно. Я понимаю, какая это скидка может быть, но не настолько. Он бич процент был рамом кинул, но бику. Это мы разберемся. Ладно, успехов. Спасибо. Ну, вышла. Это хороший сигнал для того, чтобы заготовить высокоэнергетичный. Здесь, в этом направлении, нам надо тоже эту работу усилить. Нормальные по теплу, по садикам были вопросы. На Пастовском до декабря завершает работу. Так, я считаю, что люди нормально настроены, и те поставленные задачи будут реализованы.